И мы с вами потом все это сможем, я переналожу просто одно на другое видео на звук. Потому что я параллельно просто буду снимать на планшетку еще. Вот, тут море хой. Нереальное количество. Что-то мне подсказывали название. А что-то прям я такая гордая, я сама угадала. А еще что-то было еще круче. То, что владелец не знал. И такая тоже, блин, надо посмотреть. Ну, мне, наверное, некрасиво так говорить, да, но мне немножко так спокойнее стало, что не только я, бывает, что-то не знаю. Посмотрите, какая хуя. Вы говорите, нет хуй. Вы посмотрите, какая красота. Просто, да, и листья у нее вот такие вот потрясающие. Ребят, долго не смогу, повторюсь, потому что я уже тут и так достаточно долго и сняла вам отдельно сюжет. Просто сейчас покажусь. Но еще раз не переживайте, что плохо видно. Я, видите, как вы мне сказали, что плохо видно. Я параллельно снимаю на планшет и потом просто все это перевыложу. Звук оставлю вот этот, а с планшета запись. Ой, посмотрите, какая красота силуэта. И вот. Просто невероятно, девчонки, просто вот просто бомбические. Я как только вернусь, вечером тогда перевыложу этот эфир уже в нормальном, чтобы, ну, звук оставлю вот этот, а перевыложу то, что я записываю сейчас параллельно. Как хорошо, что я, правда, Олвиапун поехал. Ой, вот еще посмотрите, какой символ. Блин, он просто невероятный, вот просто огонь. У меня тут такие одни эмоции. Я же говорю, что я думала, что мне ничего этого не надо. Выяснять, что... Ну, слава богу, вроде хуй пока мне не надо. Я рассказывала, у меня была хуя, которая не цвела 10 лет, и потом она зацвела. И она пахла так, что я ее выставила в коридор. Она очень красивая, черная, но вот этот сладкий приторный аромат, душный, я прям нет. Ой, вот еще какие сингониумы. Ой, девчонки, мальчишки, какие тут сингониумы. Главное, знаете, в чем их кайф? В том, что они очень просто растут. Вот с ними вообще никаких хлопот нет. Ну, по крайней мере, у меня они прям вообще беспроблемно. Главное не забывать поливать, а если забыл полить, то потом еще перепалить. Кстати, тут кто-то спрашивал за миокульку с варигатом. Так вот, я тут сняла чисто белый миокулькс. Я пытаюсь прочитать, что вы пишете, и поэтому запнулась, не успела. Ну, сори. Смотрите, какая хуечка с белыми листьями. Спасибо большое. Я тоже, на самом деле, очень жду прямых трансляций, но такая ситуация, я уже боюсь куда-то уезжать. Как только куда-то есть, что-то такое происходит, что не должно... Вообще не могло быть, потому что не могло быть никогда. И каждый раз случается, может, мне не надо никуда ездить, на самом деле. Вот, посмотрите. Не знаю, кто это. Ну, вряд ли это филодендрум. А вон там покажу сейчас вам. Гляньте, какая красотища. Так. Сейчас еще немножечко. Но сильно долго не буду, ребят, не обижайтесь. Потому что, во-первых, ужасно неудобно. Оказывается, это очень неудобно держать и планшет, и телефон. Оказывается, это прям, ну, неудобно. Я боюсь, что что-нибудь у меня сейчас разобьется. Ну, показать, конечно, вам хочется. Но, повторюсь, я такая молодец. Я что-то побегала и сняла целый ролик на 40 минут. На телефон, правда, но все равно, правда же, должно хорошо получиться, надеюсь. И надеюсь, что в течение ближайших пару дней я вам выложу. А, кстати говоря, завтра будет эфир. Вернее так, завтра будет поездка очень крутая к чуваку с пилориками, которые вот сейчас у нас открыты, но я буду туда доступ давать только тем, кто попал сертификаты. Вот еще. Ой, вы гляньте, какой красивый. Половина розового листа, половина черная. Это просто нереально. Подсказывайте, ну, кто видит, у кого нормально. Я не знаю, как вы это видите. Третий телефон некуда взять, даже если бы он был. Не вижу, не знаю, как вы видите все это. И если у вас не расплывается, то подсказывайте. А если расплывается, то ждите, я вечером перевыложу обязательно все это. И тогда можно будет уже комментировать. Но, правда, это, конечно, будет уже запись. Ну, видите, подводит интернет, подводит технологии. Не всегда получается так, как задумано. Но зато хорошо, что у меня есть с собой еще и планшет, с которых я
параллельно все это снимаю сейчас. Красотищу зеленолиственную. Правда, очень красивый. Некоторые прям, знаете, как художник разбросал кистью рисунки. Так, идем. Хуй. Кто-то говорил, хуй нет. Тут помою. А я сняла, кстати, сейчас посадку Monsters. Пожалуйста, у меня еще куча роликов. Вот я про это и говорила. Мой пост такой немного злой в Инстаграм был. Я, девочки, реально буду немножко как бы более узко уходить, для своих людей работать, потому что у меня огромное количество, реально огромного материала. И по пересадке, и по фласкам, по всему. Есть что показать и рассказать, но банально нету времени. Поэтому, чтобы оно появилось, просто надо немножечко, наверное, сократить тех, кто с нами работает, с нами заказывает. Это будет гораздо проще, что случайные люди, они просто отсеются. Останутся люди, которые не случайно попали и хотят дальше развиваться, что-то изучать вместе со мной. Я вот обожаю, за что я люблю свою работу, за то, что постоянно что-то новое изучаешь. Ну, мне, например, всегда интересно. Там родители гибридов узнать что-то новое вот сейчас вот из зеленолиственных. Ну, просто это интересно, правда. Хой, правда, я уже набаловалась. Про хой мне уже больше не интересно. Мне они не понравились. Ну как... Ой, пальцем лезла, извините. Как, что, кстати, не страшно, потому что я снимаю нормально параллельно на планшет. Что значит не понравились? Неправильно я сказала. Очень у меня как-то они... Вот знаете, у кого что? Помните, я говорила, есть огурцы, есть помидоры. У кого-то одно растет, у кого-то другое. И я знаю, у меня хорошая подруга, у нее хой растут, просто цветут, там благоухают. У меня вроде бы все то же самое делаю, но такого... Благолепие не получается. Я 10 лет ждала свой первый хуй, вот эту черную. И когда она расцвела с таким запахом, думаю, не, ну, ребят, ну нет, ну, правда, нет, не хочу. Вот очень красивый сингониум. Сингониум, конечно, просто бесподобное. И вон такая традисканция. Она, по-моему, не традисканция, правильно, кстати, называется. Она у всех квартирах есть, вот эта штучка. То ли традисканция, то ли нет, не помню правильное название, но, думаю, не обидеть. Я нахожусь на ферме с хуями и с другими декоративно-лиственными. Совершенно потрясающее тут качество. Совершенно потрясающее растение. Если вдруг кто-то захочет, чтобы я ему лично отобрала растение, пишите. Но, понятное дело, это уже будет за отдельную стоимость. Я так просто не покатаюсь туда-сюда. Но в целом, знаете, скажу вам честно. Блин, опять я пальцем лезла. Скажу вам честно, что смысла нет отбирать. Тут все совершенно классно. Если только какие-то, может, там... элитные, дорогущие растения, а все остальное просто и так потрясающее. Тут нет смысла никакого отбор делать. Так, иду с вами. Ребят, долго не продержусь, уже руки отсыхают. Хочу показать вот самое интересное еще. Повторюсь, я сняла уже 40-минутный ролик. Надо будет просто его выложить. И прошлась по всем не спеша, хорошо. А, попасть не случайно, хороший вопрос. Да я просто должна понимать, послушайте, я не знаю, как вот, я сама не знаю, какой критерий. Просто я устала от людей, которые заказывают, говорят, я 5 минут назад заказала, где мои растения? Говорю, ну как где? Ну в Таиланде. Или в Тайване. Или в Америке. А почему? То есть просто на это, вы поймите, я не то, что... Не, ну я вредная, конечно, да. Но просто нецелесообразно. Это убивается кучу времени, кучу сил на объяснение. Да, человек, который пришел, помните, такая у нас была фрекинг какая-то? Я фрекинг-бокс, что ли, называю, с розовым таким чувачком на аватарке. Вот человек пришел, вытрепал всем нервы, ему объясняла я, ему объясняли наши сокурсники. Она пропала, она больше не заходила. То есть она пришла чисто по самоутвердиться, показать, какая она молодец, что она там все разбирается, а вы требуете отчета, а вы каждые 5 минут требуете отчета. Ну да, конечно, можно и так работать. Но я вот так работать не хочу. Каждые 5 минут писать о том, о сём, а куда вы пошли, а куда вы эти 5 минут делись. Короче говоря, есть такие люди, которые вот вынимают кучу сил и энергии, и оно того просто не стоит. Просто хочется реально, да, с теми людьми, с которыми мы давно, или которые недавно пришли, но они живо интересуются, вот не архаманами. Не обижайтесь, нет, или обижайтесь на меня. Не могу я против себя идти. И вот это вот поддакивание, да, клиентам. Ой, архаман, не архаман. Архаман — это люди, я уже рассказывала, что это отвратительно. Ну, это прям реально отвратительно, и, на мой взгляд, это просто неуважение к себе и к хобби. Что угодно мне говорить. Да, коммерчески это как бабочки, бабулетки, упрощение. Знаете «Войну и мир» в картинках? Вот то же самое. Вот кто хочет «Войну и мир» к картинкам, ну, просто не надо к нам. Есть полно мест других, и, пожалуйста, только не ко мне. Не хочу я. Я не хочу, меня это само разрушает. Во,
завелась, я рассказала вам. Поделилась наболевшим. Ладно, давайте я вам лучше покажу красоту. Тут действительно очень красивые монстерки. Вот я такую себе захотела. Это Thai Cancellation, а я хочу, знаете, которая целиком белая. И вот предыдущая ферма, я показывала, правда, только фоточки оттуда. Мы встречались. Там был очень красивый, темно-темно, почти черный. Вот так, забыл кто. Ну, в общем, кто-то черный там был. Не сингониум, а филодендрон. Вот я его тоже хочу, я себе его прям возьму. Ну вот у меня большой минус. Сейчас планшет бы не уронить. Ай, минутку. Я уж пальцы свела. Большой минус того, что я люблю то, чем я занимаюсь, то, что мне все очень хочется. Я говорю, я еще утром не знала, что я хочу монстеры, сингониумы, филодендроны. Посмотрите. Не знаю, видно, нет, говорите. Я просто не вижу уже, как у вас идет эфир. Посмотрите, какая красотища, листья какие. И очень хорошее это качество. Тут, конечно, бесподобное. Вот, догуляю дальше. А, ребят, знаете, хотела что рассказать. Смотрите, вы видите теплички такие, да? Ну, как вот у нас такие ставят. Я спросила, а для чего? Слушайте, ну, у вас климат такой, влажность, тепло. И слушайте, что мне сказали, что молодые растения, ну, и видно, вот такие вот дорогие взрослые, лучше растут, укоренятся вот в таких условиях. То есть, вы представляете, наверное, 100% влажность здесь состоит. Тоже не помню, как называется, знаешь, вот это вот очень популярная штука. Кто знает, подскажите. Я не очень в этом разбираюсь. Так, ну вот еще монстерки. Вот это я вам покажу, красавца. Я тоже не знаю, кто. Мне он прям очень понравился, в душу запал. Красавчик. Так, хочу сказать калладиум, боюсь ошибиться. Это, по-моему, я спрашивала, мне сказали, что это хой. Я, честно говоря, удивилась. Тут такие хой, да, мне показали. Но опять я сняла сюжет отдельно, выложу на 40 минут. Разобью на несколько, так, наверное, никто не потянет долго смотреть. Но, слушайте, вот прям реально идешь, и хоя, у нее размер листа с моей ладони. Я даже не знала, что такие бывают. Вот правда не знала. Или хой, у которой цветок. Один цветок, а не много, а огромный. Или очень маленький. Или, знаете, сейчас, если найду, я вам и покажу хоечка. У нее листья, как ванда, вот это терете, да? То есть просто вот как палочки такие. И на концах она вся оранжевая, усыпана цветочками. Я немножко так затыкаюсь, потому что я смотрю, что бы вам еще показать. Вот такую монстеру я хочу. Беленькую. Похвасталась. Самое обидное, знаете, что с моим образом жизни, конечно, очень трудно растения заводить, потому что когда я уезжаю, они не все выживают. И это очень жаль всегда. Вот еще. Так. Хуй. Я, наверное, не найду. Я нафоткаю, и я потом покажу вам. Вот эту хуй удивительную, с такими суккулентными, прям как палочки, листья. И на них на концах... Ой, гляньте, какая штука. Просто нереально. И на концах оранжевые цветочки. Она где-то здесь, но я что-то ее найти не могу. Так, главное, я еще просто смотрю, что я вам показываю. Смотрю в телефон и в планшет. Вот палец залез. Чтобы все как-то совместить. В общем, тоже очень красивый филодендрон. Прям нереально. Посмотрите, какой он. У меня просто планшет гораздо крупнее масштаб, поэтому даже не знаю, как лучше снимать. Вы скажите, у вас сейчас лучше картинка? Эфир лучше идет или хуже? Ну, вы видите, что я вам показываю? Может, мне просто уже убрать планшет, если все нормально? Просто очень неудобно, все руки заняты. Вот тоже, смотрите, красотища. В общем, все это есть в каталоге, поэтому если что-то вам запало в душу, то давайте привезем. Сейчас немножко, кстати, я вот так скажу вам. Я, знаете, что вам хочу сказать? Что сейчас немножко, вы все, пожалуйста, не волнуйтесь из-за того, что такая ситуация сейчас в стране и в мире. Немножечко все задерживается. Но я уж тогда, может, все-таки доведу, наверное, на планшете ту часть, которая плохая была. А то я сейчас брошу записывать, и по закону подлости, и эфир будет плохой. Палец не свело. Вот, и все немножечко дольше идет. Но, честно говоря, я сама подстраховываюсь лишний раз, потому что вот так сейчас взять и все отправить будет не круто, если что-то пойдет не так. Так, я еще читать. Ну, слушайте, наверное, это интересно, кому не видно, может, это уже у вас связь. У меня тут интернет, в телефоне.
Вы гляньте. Ну, в общем, давайте, правда, параллельно запишу, потом перевыложу, потому что, ну, понятно, что с планшета нормальная картинка. Интересно, у меня, кстати, хранилище не закончится. Потому что я сперва сняла сюжет большой. Тоже смотрите, какая нереальная штука. Блин, они такие красивые. Вот природа, да, удивительно. Она каждый раз продолжает удивлять. Каждый... Вот, сама себя перебила. Вот это хой, про который говорила, который такая для хой, это огромный цветочек, и он один. Она называется Patella Pink. Это я прочитала. Хотелось бы сказать, что я все знаю, нет. Но хой тут, вот гляньте, видно? Нет, смотрите, какие тут просто... Я сейчас вам покажу, что до конца я точно сейчас не пойду уже, потому что это долго. И там еще есть вторая теплица, с которой тоже... Но я сняла отдельно. Все это вам обязательно выложу. Вот, гляньте, тоже просто. Ребят, давайте заберем, а? Такое качество хорошее. Пока все можно быстренько привести. Ой, ваниль. Гляньте, ваниль, полнифолия. Вот так. Банально под ногами. Да так как так? Это же ваниль. Что же вы делаете? Такая трава. Я бы ее не узнала. У кого-то радиосканция, у кого ваниль. Кстати, кто, ну, если не очень опытный, многие на это напарываются. Я не исключение. Поначалу заводят себе ваниль. И думают такие, сейчас у меня дома будет ваниль. Не будет у вас дома ванили. Я не знаю никого, у кого бы она расцвела. Даже бы, если расцвела, то чтобы получить ту самую ваниль, нужно, чтобы у нее завязался плод и чтобы еще он ферментировался. Поэтому проще пойти в магазин и купить ее либо в порошке, либо, если уж прям очень хочется, в виде стручка. А дома выращивать, ну, ничего особенного себе не представляет, честно. Вот видно, это радисканция. Непонятно, ну, как бы варигатная еще, ладно, такая не цветет она в наших условиях. Ну, я, по крайней мере, не знаю никого, кстати, из миокулькс. Сейчас, наверное, до варигатных покажу, чисто белые видео. А никого, у кого бы она дома цвела. Вот тоже за миокулькс. Кстати, не знаю, тут листья желтые, типа так надо, или это что-то с ним не так. За миокулькс товарищи капризные. Я вот... Ой, белый хуй, смотрите, цветет, как красиво. Я когда спрашивали с прошлой поездки, ну вот с прошлой фермы стоимость, а ребята, у замиокулькас всегда высокая стоимость, они, блин, зараза очень медленно растут. Медленно и плохо, поэтому если более-менее приличное растение, оно уже не может стоить дешево. Вот тоже эти теплички. Вообще, честно говоря, я... Ну ладно, это я как-нибудь потом вам расскажу. Как я здесь оказалась, я очень должна была здесь быть, но так вышло. Вот тоже. Тут еще под ноги надо смотреть, потому что, посмотрите, вот антуриумы какие под ногами. Внизу стоят, на нижнем этаже. И я все пытаюсь вам показать эту хою. Девчонки, ну я же среди вас хаилюбы, хаисты. Кто знает, как называется эта хоя, меня прям поразило. Но она такая странная, она как веточки тоненькие, на концах оранжевенькие цветочки. Такая она странная, но такая необычная. Грибы. Пень с грибами. Еще хуи. Реально, конечно, жалко, что так вот с интернетом нас подкачал. Потому что без рук не очень идти. Я пытаюсь разглядеть, и что вам показать, и что я снимаю одновременно. И не так... Ну ладно, в общем, главное, что я сняла вот так сюжет, правда же? А так мы сейчас просто прогуляемся с вами. Посмотрите, какая хуя. Обалдеть. Зато у меня новый навык. Я теперь умею снимать одновременно телефон и, ну, планшет. Крутяк. Тоже, гляньте, какая. Тоже хуя. Кто сказал, что тут нет хуя? Вот, оранжевенький цвет. Нет, ну это не она. Это просто с каким-то красненьким таким цветочком. Вот она. А та была прям веточки. Вот тоже еще цветет. Видите, тихонько. И главное, я вам сказала, что ненадолго. Сама иду. Во, возьми окулька, покажу вам варигатный. Он не на продажу, сразу скажу. Ну, если даже и можно, я думаю, что это будет стоить как-то совсем уж дорого. Поэтому вот тот первый раз, где я его видела, мне кажется, лучший вариант. Хотя, скажу честно... Не знаю, как его вести. Змеокулькас вообще, товарищи, очень капризные. Вот он, видите, какой. Поэтому... А это вот монстеры. Те самые.
котором все сходят с ума. Это для меня, конечно, был шок. Они в свое время были в обе по там 300 или 400 рублей. Сейчас какие цены на них просто. Ты смотришь, что случилось. Так, ну давайте я вот до сюда дойду, а дальше уже не пойду. Вот еще. Да, давайте я вам покажу просто общие планы. Зато теперь вы видите этого поставщика, вы видите, какое у него качество хорошее. И вы знаете, что у нас как раз он сегодня-завтра закрывается. И можно вот эту всю красоту заполучить. То есть, по крайней мере, вы уже видите, какое качество. Ой, нет, не упасть бы. Смотрите, как в виде сердца. Хой в виде сердца. Потрясающе просто. Так, давайте покажу общие планы и пойду. Да, сейчас еще одну покажу, что сейчас. Сейчас. Посмотрите, алаказия. Вообще, да, черная. Все, девчонки и мальчишки, я с вами прощаюсь.